Когда во французском городе Экс-ан-Прованс начинается знаменитый на весь мир оперный фестиваль, вся его историческая центральная часть превращается в оперное фойе. В городе нет крупных оперных залов, только один построен не так давно. И фестиваль буквально врастает в городскую среду. Это объясняется еще и его происхождением. Этот фестиваль на юго-востоке Франции был основан сразу после Второй мировой войны и должен был нести всем без исключения, свет и надежду. На этой неделе в Москве в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко прошла презентация фестиваля «Экс-ан-Прованс». Прошла с некоторым опережением событий, поскольку сам фестиваль проводится в середине лета. Центральной фигурой презентации был Пьер Оди, который возглавляет фестиваль с прошлого года. Его подробный иллюстрированный рассказ касался специфики фестиваля и особенностей его очередной программы. Дело в том, что «Экс-ан-Прованс» знаменит тем, что новые оперные спектакли здесь рождаются, а не просто демонстрируются. «Экс-ан-Прованс» — это такой коллективный импресарио, который собирает лучших режиссеров, певцов, художников, собирает часто за пределами Франции и обеспечивает им там, как и во Франции, возможность творить. Очередную программу составят 5 новых опер. Одна из них – это совместный проект с театром Станиславского. Так поступают все женщины. Моцарт. Режиссер постановки – Дмитрий Черняков. Осенью будущего года этот спектакль привезут и в Россию.